пробный рабочий день для школьников Чебоксара. Организуют мастер-классы в вузах и экскурсии на предприятия столиц республики. Еще быстрый прием. Вот так вставляешь, просто держишь и вот так крутишь. Одним пальцем указательно, чтобы быстрее закрутить. Попробуй дальше. Это вам не фильмы смотреть или картинки разглядывать. Здесь школьникам доверяют и отвертку, и руль автотренажера. Прикоснуться к профессии и почувствовать, твое или нет. Учеников 64-й школы в Чебоксарском профильном колледже имени Никольского знакомились с рабочими профессиями и показывали виртуальные экскурсии. Последний инструмент, которым в своей работе умело пользуются воспитатели. При помощи виртуальных экскурсий мы знакомим с историей нашей земли. Ну и, конечно же, чтобы привлечь школьников в нашу профессию, показать разные ее стороны, разные стороны использования разного интерактивного оборудования. Мы проводим наши профессиональные пробы, используя такое оборудование. Четвертый год подряд в городе Чебоксары реализуется проект «Профессиональная среда». Школьники посещают центры инсталляции различных вузов, техникумов и колледжей. По статистике, определившихся с профессией становится больше. Я хочу поступить в медицинский колледж, как попробовать. Мне нравится сама эта тема, и я слышала много рекомендаций от своих знакомых, друзей, и поэтому я так решила. Как правило, с профессиями знакомятся ученики 8-11 классов. Только за прошлый год были организованы десятки экскурсий и мастер-классов. Более 1500 наших школьников прошли через вот эти курсы, познакомились, попробовали себя в роли экскаваторщика, мастера башенного крана, кулинара или же учителя-педагога, постояли у доски уже в данном качестве. А все это, конечно же, выстраивает определенную траекторию, налаживая детей, уже не детей, а, ну, скажем так, взрослых, подростков на профессиональный лад, и они действительно выбирают осознанно, куда они пойдут после 9 класса. Все для того, чтобы после такого знакомства вопрос, куда пойти учиться, у большинства школьников отпал сам собой.